2 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с Днем знаний учеников школы номер 50 города Твери, для которых это был двойной праздник. Ведь сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса этого образовательного учреждения. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В этом году впервые за 20 лет в школе номер 58 первых классов. Это 240 первоклассников. Всего в текущем году за парты сядут 920 учеников. Для жителей микрорайона «Юность», которые ведут детей в школу, а также для педагогического состава, новый корпус стал настоящим подарком. Школу мы ждали. Микрорайон новый, строящийся. С каждым годом первоклассников приходят все больше и больше в нашу школу. Поэтому, конечно, новая школа была нужна. И когда мы узнали, что это счастье досталось нам, вы не представляете, сколько было радости. Ученики вторых и третьих классов также идут в этом году в новую школу впервые. А вы первый класс где учились? В какой школе? Второй школе. Хорошо. Хотите в новую школу? Да. А были уже там? В учреждении созданы все условия для развития каждого школьника. Кабинеты декоративно-прикладного творчества, музей истории, информационные и духовно-нравственные центры, спортивные и хореографические залы. Работают группы продленного дня для первых-четвертых классов. Губернатор Тверской области торжественно вручил ключ от новой школы директору Нелли Близнецовой и поздравил учеников с началом нового учебного года. Много людей трудилось для того, чтобы вы получили эту прекрасную школу, чтобы у вас был свой новый учебный дом. Я желаю вам хороших оценок. Я желаю вам новых и верных друзей, с которыми вы пойдете по жизни. По завершении торжественной линейки Игорь Руденя осмотрел пришкольную территорию, а затем и здание школы. Посетил классы, медицинские и стоматологические кабинеты, столовую, спортивный зал. Новый корпус школы построен в рамках реализации национального проекта «Образование». На укрепление материально-технической базы учреждения образования Тверского региона в 2019 году направлено около 3 миллиардов рублей. Были закуплены все необходимые учебники, в ряде учреждений выполнен ремонт зданий, кровель, санитарных комнат, спортзалов, заменены окна, оборудование столовых, проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Хотел бы прежде всего поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, правительство Российской Федерации за возможность участия в национальном проекте. Сегодня нашей первой школы за по всему нашему проекту, по всему комплексу работ стала школа на 580 мест. Считаю, что строители молодцы, постарались. Сделали очень хорошее здание. По национальному проекту нам предстоит еще сделать несколько школ, в том числе в городе Твери. Поэтому мы двигаемся по этому направлению. В этом учебном году в школы Тверской области пойдут около 142 тысяч учеников. Это почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом. Из них почти 15 тысяч ребят – первоклассники. После школьной линейки губернатор Игорь Руденя направился в Тверской государственный университет, где торжественно открыл День первокурсника. В этом году старейший вуз региона принял на первый курс более 1500 человек. Всего в учреждении обучается порядка 6800 студентов. На самом деле, очень жду учебу, как ни странно. Вот. Познакомился уже с ребятами. Надеюсь, все будет хорошо, учеба пройдет легко. В ходе торжественной церемонии были подняты флаги Российской Федерации и Тверского государственного университета. Старт новому учебному году был дан.